Да, действительно, набор очень удобный. И мне хотелось бы еще раз напомнить, что набор столовых приборов — семейная традиция от компании Meyer & Boch. Это настоящий немецкий дизайн. По цене 1190 рублей 24 прибора. У нас сюда входит все самое необходимое. Это у нас 6 столовых ложек, 6 чайных ложек, 6 вилок и 6 ножей. Кстати, обратите внимание, что придет к вам набор вот упакованный, вот такую вот потрясающую коробку, вот с таким вот окошком. Посмотрите, потрясающий хороший подарок для себя и для своих близких. Ну, согласитесь, за 24 предмета 1190 рублей – это просто-напросто подарок. Причем у нас три дизайна представлены. Дизайн-полоска, дизайн-узор слегка отличается вот по оформлению ручки. Да. Полоска, у нас узор, и третий у нас такие вот штрихи. Четыре у нас есть. О, мне очень нравится узор. Причем обратите, что у нас есть вот такое окошко по центру. Вот, по центру у нас есть окошко, в котором видно. У нас видны как раз по одному предмету. Это столовая ложка, это чайная ложка, это вилка и это нож. Но обратите внимание на ножи. Ножи имеют вот такую небольшую зазубрину. То есть эти ножи можно использовать для того, чтобы порезать можно было мясо. Можно было использовать для нарезки рыбы. Вот как раз сейчас Оксана и продемонстрирует. Вот. То есть можете использовать запросто их как стейковые ножи. Обратите внимание, что один стейковый нож в магазине может стоить от 150 до 200 рублей. А здесь у нас получается за 24 вот таких красивых предметов. Давай я испробую. Которые в черной, под вот такой вот форме испробую придет твой вам. Нож, как он режет рыбу. Рыбу он режет, ну, просто-напросто замечательно. А я хочу еще раз обратить внимание, посмотрите, мне очень нравится этот дизайн. Такое впечатление, как будто вот в кружевах наши вилки и наши ножи. Очень красиво смотрятся, ну, просто невероятно. Красиво, невероятно. Дорогие друзья, я с вашего позволения, простите, что сделаю это в эфире, но не могу удержаться. Очень хочу попробовать творение нашего шеф-повара Артема Вейны. Рыба с картошечкой. С зелененькой вот такой красивой полезной картошкой, потому что туда мы добавили немножко брокколи. Это не все, не все дети любят это брокколи и цветную капусту, поэтому, чтобы их немножко обхитрить, можно добавить в картофельное пюре запросто вот так вот немножко брокколи, и будет у вас вот такое красивое, яркое. То есть, если ребенок привык видеть обычное картофельное пюре, ну, в лучшем случае, желтым, то вот такое вот зеленое пюре понравится каждому, плюс оно будет полезно. А я напоминаю, что набор столовых принадлежностей, 24 предмета, мы вам предлагаем по цене 1190 рублей. Честно говоря, я влюбилась в этот набор, потому что здесь у нас высокопрочная сталь.